Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды. Ребята, всем здорово! С вами по-прежнему Верфуней Бобби, и сегодня мы поиграем в прикольную игрушку под названием Slap the Fly! Всем хай, дорогие друзья! Всем йоу, чуваки. Ну что ж, ребята, в этой игрушке мы с Бобисом сейчас играем за вот таких мух, короче. Можем все так крушить и так далее. А Андрюха играет за мужика, такого жесткого пожарника, или кто это, который должен нас поймать, отравить всякими газами, дихлофосами и так далее. Либо просто прихлопнуть руками. Мы можем летать, можем бегать, можем опрокидывать всевозможные предметы. Ну и можем, ребят, также вот типа прятаться, всякие такие штуки. Короче, чисто у нас такие, что ли, догонялки, то ли поймай меня, если сможешь. Короче, прикольная, классная игра. Я надеюсь, ребята, вы успели поставить лайкусик за 3 секунды. Ну чё, пацаны, все готовы? Андрюх, ты готов нас ловить? Я готов. Ну все. Он уже бежит за нами. Давай, пусть ловит, Бобис. Мы с тобой разлетаемся по всему, давай, да, братан. Да, да, да. Сейчас мы будем. Знаешь, что я заметил? Ау. Смотри, муха сама по себе ж, ну, слабенькая, да? Да. Но в игре она такая сильная, что даже парты двигает. Ну, так я и говорю, да, мы можем тут все опрокидывать, это капец, Андрюх. Мы сейчас тебе тут... Я стекло разбил. Ты что, дурак? Я перед ним прям летаю. Смотри, стекло не попади, и разбил, блин. Это же класс, Андрюх, тебе потом училка Марья Ивановна таких трендюлей поставит и в дневник напишет. Главное поймать мух, не надо, не надо. Что у тебя неудовлетворительное поведение, братан. Где он? Так, вот так. Класс, бегает. Школьник. Что я сделал? А мышеловка для мух сойдет? Диман, ну давай, зайди в мышеловку. Нет, не хочу, ты мышеловку поставил? А дай посмотрю, где, только Рилли не убивай. Вот. А, нифига. Она большая. Бобис, туда, пацаны, а попробуй, Бобис. У меня просто пол хп, попробуй, а у тебя фул, давай. Давай, давай. А ты попробуй зайти. А ты не летай, ты попробуй зайди. А. Ой, больно! Нифига, угарчик! Блин, там это, лампа электронакаливания, вот эта электрическая, блин, для мотыльков. Ой. Где вы? Так время уже заканчивается. Время и стекло, братан, время и стекло. Не, не понял, нет, такого не будет, надо кого-то убить. Кого ты убьешь? А, он пшикалку достал! Он достал пшикалку! Андрюха, что там за пистолет у тебя? Возьми пистик. Что он делает? У меня какая-то пшикалка, тут что-то нам дали, только не знаю, где это лежит. А, надо найти его, видать, да. Наверное, да, это. Ну ладно, ищи, ищи. Я бы такое взял. А где оно? Я вон на доске, братан, нифига ты близко. Нифига себе! Почти на меня смотришь. Вот этот. Я тебя не вижу, где ты? Ё-моё! На часы посмотри. Под ними. Под часами и над доской, да. Вот он я, братан. Вот он я. Летаю. Да тут Бобби, тут так летает, я вообще не там был, братан. Я тебя просто да обманул. Что мне время вышло, ты не развел. Вот такая вот победа, друзья. Вот такой четкий первый раунд. Давайте сейчас мы поменяемся ролями и продолжим. Ну чё, я теперь буду вас ловить, гайсы. Надеюсь, вы готовы. Оп, Фоня. Да, да. Ты никого не поймаешь. Блин, а здесь карта сложнее, Андрюх. Знаешь почему? Почему? Вот просто сразу, потому что здесь два этажа, а там был один этаж. И мне тут надо будет бегать тудым-сюдым, чтобы вас поймать, шарите? Ну, удачи, тудым-сюдым. Братан, удачи. Ну, спасибо, пацаны, спасибо, сейчас попробую. Здорово. Тролли. Сейчас я тут все раскину. Такие тролли, не мухи, а тролли, просто самые настоящие, ребят. Я настоящий тролль. Ты настоящий, блин, да, это я согласен, братан. Это я согласен. Иди сюда, Бобис. На! На! Попали. Эй! Эй! Достает там? Не вот так с прыжка? Блин, надо подниматься. Бобис, не видишь, где я нахожусь? Не видит, не видит. Тихо, отпусти! Отпусти! Пощади! Отпусти! Все, улетел, до свидания. Крыска, Лариска, Андрюха. Блин, реально ж улетел. Да. Ой. Бобис, блин, времени не хватает, надо было ставить 10 минут, пацаны. Я, блин, поставил 3 минуты. Руками. Да, руками. А невозможно руками поймать. А вы где, пацаны, я что-то вас не вижу. А что ты стулья не кидаешь всякие, кстати? Я кидаю, кидаю, кидаю. А где? Я не вижу. Кидаю, кидаю. Минус Фоня. Все, первый приехал. Я написал в чат. Так, осталось найти, ребятки, Бобиса. А как, где вот взять мышеловку, Андрюх?
Я не знаю. А, вот она, все, я нашел. Поможет, скорее всего. Да ладно, Бобис, попробуй мышеловку, зайди. Да, давай, давай, а как давай, ее поставить? Давай. А, во. Ой, лол. Время 10 секунд, время все, 10 я секунд. Поставил. Каких 10? У тебя 10. Я захожу, да? Нет, я пошутил. Два. Давай, ну, заходи. Ну, можешь зайти, бро. Не-не, можешь зайти. Ты сдохнешь сразу, не делай это, дурак. Оп, обманул. А, ясненько. Не, я знаешь, чего, Андрюх, жду, почему его не убиваю? Я хочу попробовать, во-первых, вот эту штуку, лампочку. А во-вторых, я надеюсь, мне пушку дадут. Все, изи. Он залетел туда. Блин, а я хотел еще пушку попробовать. Ну ладно, надеюсь, Бобис попробует. Ну, в общем, ребята, вот такая вот у нас карта вторая. Сейчас у нас Бобис будет пацаном-маньячком, а мы пошли выбирать новую карту. Ну что ж, ребят, теперь у нас новая карта. Я вообще ослаблен. И, кстати, я могу жалить. Чуваки! Андрюх! Ага, как бабушка, жаль, как... Я осой могу жаль. Погоди, Бобис, стой. Да, я проверю. Давай. Тебе что-то дает вот это? А, он что-то мергает. А, и больно? А, в натуре дамажит? Да. Воу, Андрюх, мы можем его убить! Братан. У нас есть все шансы, чтобы его убить. Погнали! Ну я там муха. А, где блин, ты только вонять можешь, да? На какашке садиться. Ну да. Ну как я в предыдущей вот серии. Блин, офигеть, стойте, а у нас, блин, офигеть метро на самом деле гигантское. Тут несколько вагонов. Просто. Вагоны метро. Да, я бы Бобису. Бобису один раз. А у тебя сколько ХП? Я, кстати, хожу медленно. Я начинаю ходить медленно. Все, его, короче, Андрюх, убить нельзя. Его можно замедлить только уколом, понял? Отстань, Бобби, дурачок. Андрюх. А это тебе за ужало. Его только жалом можно замедлить, Андрюх, только замедлить, брат. Да, жалом, я тебя понял. Только замедлить, брат, только замедлить. Да. Надо где-то сныкаться от этого червяка, блин. Надо. Только где? Вы где, пацаны, вы где? Что-то вас не вижу. Да он прям за мной. А вы где? Это крыса прям за мной. А вы где? Ай, Андрюх, минус ты. Слушай, подойти ко мне, может, что-нибудь можно сделать, помочь мне как-нибудь. Сейчас, Андрюх, не знаю. А вы где? Не попробуем подлететь. Ой, сейчас, да. Ой, мышеловка. Спасибо, смотрите. Пацаны, спасибо, да. Да вот нет, спасибо. Без прикола. Я лечу, гайс, где вы? О, что это за сумочка? А, сумочку нашел. Мышеловка в натуре, блин. Где? Попробуй меня поднять, может, получится. Как эти? Давай, лечу. Давай, стой. Я подниму. А дай я попробую. Бобис, только не убивай, я на один удар. Быстрее, все, ты не успеешь. А, блин. Молодец. Ну, сори. Я, блин, реально летел. Да я что-то думал, что Бобис меня убьет. О, мышеловку. А как стать? О, а ну залети сюда, попробуй. Да, слышишь? Да. Ты чё, додик? Бобис, я не ты. Да? Ну ладно. Оп. Бобби, ты будешь что-то делать? Че? Да, буду. Да! На самом деле сложно выиграть за муху, блин, и за осу тоже. Ну ладно, смотрите, у нас получается, Андрюх, ты сейчас следующий, да, и ты нас, по-моему, не убил двоих. Ну все, то есть одного убил. Ладно, хорошо, давайте, ребят, сейчас Андрюха у нас попробует еще разочек. Ну че, Бобби, полетели, давай его вдвоем попробуем ужалить. О, стой, давай девчонку ужалим. Вот тут баба сидит. Давай, девчонку, пошли вон отсюда. Можно тут все разломать ему, бро. Не трогай квартиру, что я тебе не платил. Это дом какого-то мажора. Да. Это мой дом. Иди сюда. Оп, ай. Андрюха там, слышь, так ты сам, Андрюха, раскидываешь, блин, свои вещи. А ему потом нет, можно, вам нельзя. Ой, слушайте, а вот эта супер гигантская карта, тут помимо того, что она большая, тут много комнат, много этажей. О, боже, тут столько всего! Ой, попал. Получил, Бобби, да? Тут вообще, Андрюх, вообще не поймать никак. Вообще не поймать, братан. Тут просто я улетел. Я люблю такие карты. Все, до свидания, братан. Где вы? Я тут сломал, нифига я тут перевернул. Телевизор, жаль. Да. Да не трогайте мои вещи. Андрюх, сейчас зайдешь, тут вся комната, блин, перевалена уже. Андрюха, посмотри в стекло. Такое Андрюха, стекло. Смотри, в стекло не пройти, попади. Алло. Где картинки? Андрюх, мы на втором этаже, брат. Да? Где он? Что за фигня? А, вот почему? Он. Нет! На тебе. Нет! Где ты? Оп! Жальнул, Бобис, хорош, красава, Бобис. Красава, Бобис. Жальнул. Не-не-не-не-не-не-не, Бобис. Как попасть? Смотри, это твой сын. О, там гитарист! Ты не трожь? Лол!
Андрюха, запшикай пацана, запшикай пацана. Да я уже пшикал. И ничего не было ему? Если вы уже ужалить можете, попробуйте. Не, я уж пробовал не жалиться. А можно в желтеньком костюмике? Да, точно не жалиться, братан. Пшикалка его обшикать. Пацаны, вы где? Мы ломаемся. Вот он. Не надо я ломать. Я ломал стекло. Ой, я взял, нашел мышеловку. Мышеловочку, да? Опасно. Ну и чё? Ну я тут поставил, я тут все стулья переломал. Где Андрей? А, вот он. Блин, ребят, с вас просто лайкусик за эту увлекательную игру. Это просто угарчик, как я раньше в нее не играл, блин. Тут еще снизу можно пробежать, тут для мыши специальный проход, тут можно за мышей, ребят, еще играть, потом попробуем. Так что, ребят, пишите в комментах, если что, что вы хотите дальше видеть в этой игрушке, чем бы мы тут позанимались, за кого поиграли и так далее. Но это просто мега фан. Я хочу мега фан. Че ты хочешь? О, Андрюх, возьми огнемет. Огнемет, бро! А где он? Я не знаю. Оп, ужалил. Да меня жалят они. Ты нашел огнемет, Андрей? Пчелы. Нет, я не нашел его. Это... Я в костер. А, вот он, на втором этаже, Андрюх. Где мы были, короче, на втором этаже. Поднимись. Вот сюда беги, ко мне. Вон огнемет, быстрее возьми. Да он меня зажалил. Да, Бобби, ты дурачок, не трогай его. Бобби, попробуй, Андрюх, подожги. Вау! Ты только не туда побежал, братан, мы сзади! Ой, он меня убил! Ой-ой-ой-ой, огнемет! Убил! Успел! Да ладно, за секунду! Он успел! За последнюю секунду просто успел! Вот это лайк, друзья, да. Ну что ж, ребят, на этом наш увлекательный видеоролик заканчивается. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Не забывайте подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Также, ребят, обязательно в описании ищите ссылочки на наши социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, подписывайтесь. Туда будет безумно приятно. Ну а на этом у нас все. С вами по-прежнему были Овер, Фоня и Бобби. Мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Лайки, колокольчики не забываем. Всем пока-пока. Всем до скорого, ребята. Адьос, ребята.